больше миллиона долларов. Так что в каком смысле действительно каждый сингапурец, если не миллионер, то обладатель состояния в сотни тысяч долларов. Но тут есть одна деталь. Дело в том, что квартиры не отдаются в собственность. В HDB все квартиры в аренде. В аренде на 99 лет. Что раз очень долгий срок. Но первый HDB появились в 1961 году. С тех пор, то есть прошел 61 год. И в принципе впереди еще 30 лет у первых владельцев, получивших такие квартиры. Но 30 лет это не так много. То есть детям, например, эту собственность не отдать. Получается, что ты еще может быть миллионер, а твои дети уже не миллионеры. И через 30 лет...